Евгений Додолев ломает стереотипы. Это первое телевизионное интервью нестандартного актера и режиссера Антона Феоктистова. С собой я буду всегда недоволен. И получает эксклюзивные признания. Уже 20 лет не смотрите телевизор. Это все равно искусство монтажа. 100% вариант заработать. Ваша жена была актрисой, а потом пошла в журналист. Ведь что ты творишь, что ты делаешь? Вы сейчас обидеть хотите? Наоборот, не обидеть. Вот поэтому я не люблю давать интервью. «Золотая рыбка». Антон Феоктистов. Премьера. Это мысль, взорванная в пространстве. Мысль. Смотрите в пятницу в 0:30 на телеканале «Москва. Доверие».